Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно сегодня видеть вас. Вас так много. Спасибо огромное, что вы здесь, что вы с нами. Мне очень приятно находиться сегодня на этой сцене, в свой праздник. Действительно, я последние, наверное, лет 5 отмечаю день рождения концертом. Я считаю, что нужно артисту дарить радость, дарить эмоции, позитив своему любимому дорогому слушателю. Ну, а лучшим подарком всегда является ваше внимание, ваши аплодисменты и, конечно же, ваши улыбки и хорошее настроение. Всем спасибо! Вот один из подарков, который мне преподнесли сегодня у меня в руках. Мои друзья-итальянцы говорят: ну сколько можно, ты играешь уже на одном и том же баяне, он у тебя есть уже желтый от времени. Давай, говорит, что-нибудь тебе поинтереснее. Вот интересный инструмент у меня в руках. Наконец-то я за 10 лет вот такой уже своей, можно сказать, профессиональной концертной деятельности, гастрольно-концертной деятельности нашел инструмент, который мне полностью подходит по всем моим параметрам. Это и легкий инструмент, его можно в самолет брать с собой, в нем еще и самая вот новейшая электроника стоит, которые самые лучшие наши разработчики мне туда установили. Пока это эксклюзив, но я думаю, что сегодня вы вот насладитесь в полной мере и баяном, и, конечно же, другими инструментами. Ну что ж, электроника — это, конечно, хорошо, но также живой звук никто не отменял, поэтому сегодня на этой сцене мои самые лучшие друзья, талантливые музыканты, и я приглашаю на эту сцену победителей проекта «Минута славы» Первого канала и множество других международных всероссийских конкурсов, ансамбль народных инструментов, шоу-группа «ЛАД». В составе: Михаил Трегубов — барабаны, Станислав Сабодаш — контрабас, Владимир Нестеренко — домра, альт, вокал, Андрей Матвеев — балалайка, прима, вокал. Ребята приехали из далекого Новосибирска покорять Москву. И, как видите, они ее покорили. Ну что ж, немножко дадим жару, да? Традиционно у нас же сегодня не только день рождения Бутусова, сегодня же еще и баян-клуб, не забывайте, да, наши традиционные встречи, поэтому у нас, как всегда, интеллектуальная загрузка. Вот первая часть интеллектуальной загрузки уже прошла, сейчас будет еще такой кусочек, а потом уже праздник. Ну что, дадим жару? С днем рождения! Сейчас один момент, кстати. Сейчас, секунду, я сейчас переключу. Еще не освоился со всеми приключениями. Вот. Барабаны уже у нас появились. А есть как? Вот на баяне красная кнопка. Это кнопка самоуничтожения. А 911? Я надеюсь, что она никому не понадобится сегодня.
кашеля. Он вот на банану, почти очки носит на рима. Все что угодно, поэтому думали, что же вот такого исполнить. Поэтому вот сегодняшний концерт, это ну вот все мое настроение, которое у меня есть, может быть, на сегодняшний день, может быть, на прошлый год, там, может быть, на будущий год. Хотя сложно сейчас что-то загадывать, да, что будет дальше. Поэтому мне нравится вот эта энергетика, нравится вот ее дарить вам. Но, надеюсь, будет позитивный обратный ответ сегодня, да? Спасибо. Следующая композиция, она связана с моим детством. Когда мне было, ну, наверное, лет, может быть, 10, это как раз в 90-е годы, где-то конец, я по телевизору смотрел много разных артистов, ну, тогда кроме телевизора больше вообще ничего не было. Ну, как я вот уже говорил ранее на своих концертах, на наших концертах, да, баян-клуба, что Валерий Семин на меня большое впечатление произвел. Потом баянист группы Любе, я так смотрел на экран, думаю, ну, как здорово, здорово они играют. Вот, все. Но еще одно впечатление на меня произвел известный актер, который, кстати, тоже вот здесь выступает в этом клубе, это Юрий Гальцев. Он в этом месяце отметил тоже день рождения. И вот песня, которую мы сейчас исполним, его песня, вот когда я ее услышал, я взял сразу свой маленький баянчик и пытался подбирать по слуху и пытался петь даже, вот, сам себе аккомпанировать. Вот. Такая история. Наши девочки запрятали ручки.
если не лох ты, то поймешь, что погоди без лодки, как краны без воды. Камни темнее без воды, ты морскими волки. И домой так погода, что солнце подходит зури. А где-то в Крыму и все на корабле. Владимир Нестеренко! Браво! Такая вот песня, да. Думали дальше, что бы исполнить. И недавно работали на одном мероприятии с Володей. И там был такой конкурс «Угадай мелодии». Последний тур конкурса был составлен из песен, которые были написаны или изданы в том же году, в котором родился именинник. Ну, там был год что-то 62-й или там 65-й. А сегодня какой год, кстати, у нас? Ну, вот, кто знает, кто видел, кто... Ну, сегодня тогда, а был вот какой? Когда... Ну да, год БК, правильно. В общем, 1988. И вот эта песня была написана именно в это время. Поэтому давайте вспомним, как это было, окунемся. Но мы ее исполним немножко по-своему. Андрей, весело. Все на глазах.
Кстати, вот мы ее исполняем в жанре пародия. Дело в том, что такая популярная музыка, ее вообще нельзя исполнять. Но в жанре пародии можно. Поэтому вот мы так пародируем. Ну вот такая веселая нотка, конечно. Но хорошо, что есть веселье, есть позитив. Но также всегда мы в концертах, ну, и выступлениях, даже когда мы выступаем на каких-то мероприятиях, да, мы всегда пытаемся затронуть струны человеческой души. Ну, я хочу сказать, что иногда нам это удается, иногда не удается. А кнопочки человеческой души? Да, кнопочки тоже, да. Ну, я все на струны свалил. Поэтому вот мы сейчас сидим на этой сцене, стоим, да, на этой сцене, находимся на этой сцене. В центре Москвы, в таком замечательном месте, клуб «Гнездо глухаря». Отдельная благодарность, конечно, руководителям этого места, просто культового места, которые обратили внимание вот на нас, баянистов, ну, не только баянистов, и пустили нас играть, выступать, дарить радость. Но это Москва, это центр. Но сами мы, на самом деле, из разных уголков нашей необъятной родины. Кто-то родился, как и я, на территории вообще бывшего Советского Союза, кто-то в Сибири. Ну, в общем, у каждого есть свой какой-то уголок, за который мы болеем, переживаем. Нам всегда хочется туда вернуться, наверное. Вот. Ну, и хочется, конечно, чтобы как-то там все было по-другому. Вот одна песня, которую мы исполняем в нашем репертуаре. Музыка и слова Юрия Красноперова, «Пермский край». Скажи, председатель. Колхозное поле, колхозный амбар, и в клубе колхоза играет твоя. Скажи, председатель, кому мы нужны? Живем мы как будто во время войны. Колхозное поле бельем поросло, в колхозном амбаре зерно проросло. Один баянист, кому председатель, нужна эта жизнь. Россия не розовый край, и родники останутся скоро в силе. Зачем разорили деревни страны? Такого не знали во время войны. Давай, председатель, народ соберет и с песней хорошей работать пойдет. Посеем пшеницу, наполним амбар, притом к баянисту, чтобы он не скучал. Давай, председатель, по-божески жить, как мать или сын, и нам Россию любить. Thank you.
всегда обращаемся, конечно, к истокам, ну и откуда пошли инструменты наши. Конечно, сейчас мы уже играем и подключаемся в колонки, потому что, ну, как-то без этого современного звучания уже, наверное, непривычно. Хотя иногда любим собраться, да, в какой-то такой узкой, тесной компании. Где нет электричества. Да, без всяких. И, кстати, иногда и бывает такое, что его там и нет вообще. Просто универсальный музыкант. Продолжаем нашу такую деревенскую тему. Володя, да-да-да. Сделай красиво. Песня называется «Письмо жены». Городской романс. Деревенский романс. Да. Городской романс. Шуточный романс. Ладно, ну, в нашем исполнении, по крайней мере. Под вечером подали мне Казанора. Вяжет, качается унявая. По вечерам поют подружки хором, лишь дома засиделась я одна. Такая любовь, да? Вот такая любовь, да. На
о которых совсем не поют. И снимают про них сериал, ведь они не в формате канал. И не пишет про них интернет, ведь совсем вроде как бы и нет. Они, может, это не студенты, ни икеи не знают, ни ленты. В сушибарах они не бывают, в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, но плевать им на эвакультуру. Не сидят в контактах в онлайн. Они в камере. Приглашаем на нашу сцену мою самую боевую, самую верную и преданную подругу, которую я уже знаю не один десяток лет. Инна Каменева, друзья, встречайте! Сегодня праздник у Володи, и наверняка он с самого утра уже получает, да, все поздравления, добрые слова. А я хочу сказать, что для меня Вова — это тот человек, который всегда придет на помощь, всегда с прекрасным чувством юмора и всегда, всегда рядом. За это тебе просто огромное спасибо. Столько историй, столько веселья, столько теплоты. И я очень рада, что Вова меня знакомит со своими друзьями, с которыми мы имеем возможность вот так вот встретиться и попеть, и поиграть. Ну и, в общем, сегодня тоже не исключение. Песню выучили сходу. Да, и давайте продолжать традицию петь вместе.
наши любимые певицы. А мы герои. Мне говорят, он маленького роста. Мне говорят, отец слишком просто. Мне говорят, поверь, что этот парень тебе не пара. Красиво Инну так обрамили, разогрели до, и сейчас... Она развернулась. На Ютубе этот ролик набрал 6,5 миллионов просмотров. Значит, люди же чем-то понимают. Да, 6 миллиардов, да. Ну, вот песня прям про меня. Ну, наверное. Сегодня все будет. А Вовка нравится...
смотреть под шаги, там свинья. Я на вас надену лапки и одену свой пиджак. И уеду я от седа на кузнецкий пятак. Я и рёбрый, как кабан, я имею свой баян. Я даю петров пистолю, не найти во мне меня. Сейчас будем плясать рок-н-ролл. Практически классический рок-н-ролл о вечной любви. О вечной любви.
вальс, 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 вальс. Мы познакомились с тобой, это за прошлый сон. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорила мне взять, говорила мне встать. Потом, наверное, устала и легла на диван. Ты понял, это намек, все ловлю на лету. Но не понятно, что когда ты имела в виду. Что это было за кольцо? Что за порошок? Почему твоя мамаша назвала меня сынок? Я спрашиваю у наших, они отворят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь? Сразу уходи, чтобы никто не привыкал.
Кузьменко, Станислав Сабодаш, Михаил Трегубов. Спасибо. Ну что, друзья, перерыв, а потом продолжаем.